Всем привет! Решили снять небольшое видео. Вот это вот был у нас малек. О нем был видео, где еще я засмеялся, что малек уже вполне не малек. Он сейчас получил большой заказик. Небольшой пока заказик. Но следом еще один. И вот мы решили его выбрать. Он хотел бы, конечно, что это получилось. Месяц назад это был так называемый малек. Он у нас был посажен соломой. Сейчас мы его отберем, отсеем. Вот три отобрали уже, отнесли ведерко. Вот три еще отбираем. Вот как раз. Вот они. Ой, туда не залезешь, миленький. Не, ну зачем? Ну вот оно, мясо одно. Вот это уже малек превратился в товарного червя. Вырос, вырос хорошо, соломка все прекрасно. Теперь мы его посадим, часть мы распас... И с нашим кормом, кстати. Да, да, это вот, да, кстати, корм, корм. Мы его теперь отделим от соломки, отселим, отсадим. Часть расфасуем, а часть будем сажать уже в чистый торф. Почему? Потому что недели две ему больше там не сидеть. И надо будет опять фасовать. Пусть он от этой соломки там очистится. Вот такой вот малек получился. И вот смотрите, что в этом мальке творится. Сейчас я пихану. Вот. Вот. Вот что в этом мальке творится. Это уже не малек, это товарный червь, это маточник, это корм, солома и все наши эксперименты. Мы довольны. Довольны, что сказать, очень довольны. Все, о чем хотели сказать, остальное все наши трудовые будни. Всем пока, удачи, здоровья, счастья. Обращайтесь за копками, за червями. Приглашаем в сотрудничество магазина. Счастья, здоровья, пока.